Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Asus Phone ROG 8 Pro. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек камеры. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее нажимаем на стрелочку и на значок шестеренки. Проходим в самый низ и нажимаем сброс к настройкам по умолчанию. Нажимаем ОК. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.